лот обуви летней стоковской от H&M. Обувь вся новая, но, естественно, она в мешке, не в коробках, и какая-то из них помятая. Итак, сандалии, 38 размер, кожзам. Двое одинаковых, очень легкие саба. У них натуральная кожа внутри, то есть стелька из натуральной кожи. Вот здесь вот написано, да, а все остальное, вот они получаются 37 размер и точно такие же 39. Повторы, конечно, могут в лоте присутствовать, потому что это стоковская обувь. Так, дальше, кеды. Хлопковые кеды со спортивным характером, H&M. Сейчас посмотрю по размеру, 40, это 40 размер. 39 размер, шлепки, текстиль и кожзам. 40 размер, шлепки, текстиль, все полностью кожзам. Вот эти туфли к H&M никакого отношения не имеют. 40 размер, у них кожа натуральная сверху и кожа натуральная на стельке. Но такие саба обожают летом женщины, потому что они очень удобны, очень легкие, просто невероятно. Поэтому они тут даже если не H&M. Сандали 38 размер, текстиль. 38 размер, сланцы. Хлопковые кеды 42. И хлопковые кеды 39 с веревочкой. Ну, как бы они уже с отделкой по веревочке. Совершенно очаровательные велюровые 35 размер шлепанцы, текстиль. Вот они велюровые, классные. Сандалии H&M 38 размер, текстиль. Здесь идет хлопок, кеды 41 размер. А, 38 размер, текстиль. 39 размер, шлепанцы, кожзам. Потом здесь идет три пары сандалий. 38, кожзам, 39, 38, вот три пары. Повторы, конечно же, будут. Вот такие текстильные кеды, лофиты, 38 и 38, 2 38 размера. Вот такие туфли 38 размера, они из атласа, у них на один палец скошенный, скошенный носок, текстиль. Ну, они, говорю, они из атласа. И у них и длинные веревки, которые вокруг ноги обвязываются. Такие молодежный вариант. 42, текстиль и кожзам. 42, 42. Конечно, их все надо. 38 на рюмочке. Актуальна, кстати, модель сейчас. 38 текстильные. 35 на рюмочке, текстиль, атлас. Вот такие эпатажные, 41 размер, то есть у них здесь обвивается, но они такие, чисто вечерние эпатажные. Вот эти тоже атласные, очень красивые, прямо из атласа шлепки. Вот, они, видимо, в конце мешка были, потому что у них и каблук, но с другой стороны атлас, он хорошо отстирывается, если взять
пятновыводитель, допустим, то хорошо получится. 36 размер. Сорок первый. 38 сандали на каблуке. 38 текстиль. Так, 39 у них вот так вот идет. Потом здесь, смотрите, давайте дальше. 40-й шлепки, текстиль. 41-й текстиль. 39-й, вот так вот у них идет на ноге, текстиль. 39-й текстиль. Так, 39-й, натуральная кожа, вот у нее здесь даже значок. Натуральная кожа, это замша, здесь веревка, 38-й размер. Тоже натуральная кожа, 40-й размер. Натуральная кожа внутри, снаружи. Текстиль 37, 38 текстиль, такие босоножки, 35 размер, кожзам, кеды, 37 размер. И здесь тоже кеды, повторы, 30, ну, пускай повторов здесь в этом мешке много, но с другой стороны, это такая вещь удобная. 39, 37, 38. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.